Как говорится, творец должен быть голодным. И он психанул. Каждый портрет — это, видимо, та, которая его опрокинула. То у них текст не вяжется с картинкой. Лепрекон такой вырос, да. Обкуренный такой. Сейчас же, я ж мужик, я ж яйца. Аж не лял. Всем здорово! Вы на канале A-Vibe. Меня зовут Влад. А я Антон. И у нас на сегодняшней реакции новый трек, клип группы Нервы с нового альбома, который я до сих пор всем рекомендую. Рекомендую. Послушать. Вам понравится. Добровольно-принудительно, типа. А по-другому и нельзя, потому что альбом реально пушка. Подписка, комментарий, лайк. И мы начнем. Поехали. Если меня сбьют на переходе, значит, я слишком доверяю. И если моя музыка не в моде, значит, я ее правильно сочиняю. Если ты перестала плакать ночью, значит, я не звонил тебе утром, значит, я не звоню тебе больше, вырывая наше прошлое по минутам. И вроде бы все хорошо, мне кажется, крепче стою на ногах. Мои мысли кажутся глубже, но иногда мне кажется, что все не так, 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 нет. Все наоборот, так как надо. Хорош. Как на рассвет пробивает лед, после неба льет за градом, нет. Впрочем, как всегда, теперь рядом, но ты же знаешь все, так как надо, так как надо, так как надо, так как надо. Панчик, твою мать. Номер, значит, мой номер тебе не нужен. Если ты перестала плакать ночью, значит, я не звонил тебе утром, значит, я не звоню тебе больше, вырывая наше прошлое по минутам. И вроде бы все хорошо, мне кажется, крепче стою на ногах. Мои мысли кажутся глубже, но иногда мне кажется, что все не так, 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 все не так. Нет, все наоборот, так как надо, так как надо. Свет пробивает лед, после неба льется градом, нет. Впрочем, как всегда, как надо, так 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 как надо. О, нормально. Так как надо. Бега. Что? Я хочу спросить у Бога за что? Этот голос изнутри меня рвет и кидает моя душа на шторм. Это карма, yeah.
смысле? А, ну может какой-то броник? Куда? А, или... Фляжка. Ну ладно, такой типа хэппи-энд, не до хэппи-энда. Жесть, конечно. Так, жесткий клип. Окей, смысл клипа я понял, более-менее. А вот по тексту, походу, маленькая нестыковочка. Не, ну по клипу, грубо говоря, да, он как бедный художник, как-никак. Как говорится, творец должен быть голодным. Но чтобы он мог двигаться, мог развиваться, чтобы у него было какое-то стремление к чему-то. Вот такие вот этот чувачок тоже, он типа рисовал картины, где-то зарабатывал бабки. Нелегально. Но были портреты многих особей женского пола. Да. И одна из них его такая, типа, ну... Самая. Да, когда он вышел из этого купола, она такая с папиком. Типа, значит, и он психанул. То есть, это было не первое его такое расстройство. Это, видимо, она была вот каждый, это вот... Накопилось. Каждый портрет, это, видимо, та, которая его опрокинула. Несправедливо. Он же старался все-таки. Ну, блин. Да. Проиграл на бою, и мы решили отомстить. Не клеится с текстом, самой песни. Не, он просто в отчаянии впал. Нет, сюжет клипа, он как бы понятен, да. Он искал бабки, решил подзаработать по-тихому, По бэрику, да. Тем шоу я, да. Мы сказали, типа, ты ложишься, мы тебя обошляем. Он такой, типа, ага, сейчас же, я ж мужик, я ж яйца. Аж не лял, да. Ты дыши, ему такие, ну все, братан, тебе херды, втекаешь, беги и оглядывайся. Бежал и оглядывался, ты че. Но с текстом не вяжется. Короче, если вы знаете вообще, если вы знаете историю, напишите, не поймут. Беда многих клипов, что у них текст не вяжется с картинкой. И какой-то такой диссонанс возникает. И вот как это вот оценивать? Песня крутая. По звучанию прям, ну, нормально. Клип классный, все классно. Но ничего не понятно. Ну ничего не понятно. Потому что мы были бы очень... Возможно, нам надо было поискать какую-то информацию, но мы такие экспромтом, мы такие сели и думаем, ну сейчас мы запишем под... Реакцию. Да. Пока еще тепленькое, нам еще интересно. Ну, мы, в принципе, это и сделали. Так что, если вы знаете, о чем он, пожалуйста, напишите. Ну, реально интересно. Женек, как всегда, красавчик. Нормально. Какой-то он уже старый был, но вот на первом кадре он... На первом кадре вообще лепрекон такой вырос старый. Обкуренный такой. И такой нос здоровый. Вот такой мужик этот ударил. Пиши комментарий, ставь лайк, делись с друзьями. Всем спасибо. Всем, чтобы было все так, как надо. Да, так, как надо. Именно тебе. Пока. Пока.